В Туве первыми поздравления будут принимать ветераны, затем заслуженные шахтеры. Наиболее массовые мероприятия запланированы на предстоящие выходные. Для жителей Кызыла День шахтера является общегородским и отмечается не менее широко, чем День города. Кульминацией торжеств станет выступление звезд российской эстрады. Это победители-финалисты проекта «Голос-4» и Романах Фотий, Витольд Петровский и Эракан. Концерт состоится 27 августа в 19 часов на площади Арата.